На кортах теннисного клуба «Чемпион» продолжается серия турниров 2024 года. Одним из самых важных и интересных стартов по традиции является чемпионат Томской области. Нынче он проходил в течение двух уикендов. В региональных состязаниях приняли участие сильнейшие спортсмены-любители, молодые профессиональные теннисисты, действующие тренеры. В итоге обладателем бронзы стал Владислав Гринёв, обыгравший в матче за третье место Никиту Безина. Ну а в финал чемпионата Томской области по теннису вышли молодой, подающий надежды спортсмен Александр Селиванов и любитель, опытный турнирный боец Александр Денисевич. Александр сильный соперник, спортсмен, ездит по всероссийским турнирам, поэтому, конечно, будет тяжело, но это и красит эту игру, что можно сразиться с таким соперником. 17 лет парню, в самом расцвете сил, можно сказать, да? Да, да, то есть физически, конечно, он сильнее, играет сильнее, ну, попробуем дать бой. Александр Денисевич работает в ТПУ, руководит там набором студентов. Для политехника чемпионат Томской области – один из главных турниров. А вот для его соперника по финалу Александра Селиванова он этап подготовки к более статусным всероссийским соревнованиям. У вас серьезный соперник все-таки по финалу? Ну, неплохой, но я думаю, что я его должен уверенно обыгрывать. Какие у него хорошие качества? Вы же наверняка за ним наблюдали. Да, он очень хорошо держит мяч, очень неплохо направляет, хорошо читает игру, может составить конкуренцию. Неожиданности не произошло. Александр Селиванов стал победителем, а его тезка Денисевич – вице-чемпионом. Молодой профи взял верх над любителем со счетом 6-1-6-3. Теперь новоиспеченному чемпиону Томской области предстоит выступить на турнирах российского теннисного тура в Ростове-на-Дону, а также в Белоруссии. Пожелаем Томичу удачи!